Да прибудет с вами темная сторона силы, с вами Дарт, и мы продолжаем играть в Star Wars The Force Unleashed. Да господи! Да что происходит? Бесишь меня просто. Ты чё тут встал? Иди отсюда. Класс, вы чё? Так, это хорошо. Твою мать. Как мне подняться на второй этаж? К этим засранцам. О. Ну. Чё, мы не поедем, да, я так понял? Да, и я умер. Чё за хрень началась? Чё? Чё, типа, если звезда смерти, вам всё можно, что ли? Я не понял. Да пошли в жопу! Просто в жопу пошли все, понятно? Как мне к ним залезть-то? Меня бесят эти снайперы. Я не собираюсь с ними мириться вообще. Чё это за фигня? Так, и чё дальше? Класс. Ну ещё и по голове. Ну спасибо вообще. Как к этим снайперам залезть? Да вы заколебали, дайте просто побегать, посмотреть. Это лифт, он должен работать. Ну, поехали, я не знаю. Нет, это не лифт, и вообще, что происходит? Ну, нормально он залез. К роботу, чтобы тот пинался. Все, жопа тебе. Отлично. Все, разобрались. Отлично. Да бобо же, бобо! Капслок ты зачем включил сейчас, я не понял. Так, немножко здоровья. Отлично. Ну все, жопа тебе. Превосходно, превосходно. Так, теперь... Ух вам, что я устрою это сейчас. Доберусь до вас, вообще мне все поддохните. Так, что еще?
Эти-то откуда, я не понимаю. А может, я смогу допрыгнуть? Нет, я не могу допрыгнуть до этих уродов. И как вы мне прикажете действовать? Блин, почти допрыгнул же, а? Козел со своей тупой ракетой сбил меня. Да ты заколебал. Если она рядом взрывается... Почему мне больно, когда она рядом взрывается? Пошли в жопу. Даже разговаривать об этом не хочу. Ну все, ну все. Как вы меня бесите. Кристалл силы катак. Что за кристалл силы катак? Давайте посмотрим. Интересненько так. Может, что-нибудь нормальное. Нанести урон противнику, вредонос ауры. Фигня, фейеркран, дополнительный энергозарядом. Вытягивает здоровье врагов. Вот это интересно. Почему бы и нет, пускай вытягивает. Так, ну сейчас я и до того доберусь. Ты в курсе, что это нечестно? Слушай, урод, иди в жопу. Если ты дроид, это не значит... Как он в воздухе сбивает? Что за самонаводящиеся ракеты? Как ты бесишь меня. Класс, они меня вдвоем зажали. Ну класс, давай добей меня, пока я лежу. Только со спины можешь атаковать. Ну что, вам понравилось? Да не трогай меня! Хватит обнимашек! Все? Они закончились, слава богу. Что-то прям сегодня... жесткое мочилово прям. Я же его доубил, этого снайпера? Да, да. Ну раз меня никто не целился, наверное, я успел его убить. Так, там еще один, господи. Сколько же их там? Так, а тут где-нибудь мог залезть? Да не, не мог. А, мог, в принципе. Ну, платформа поднимающаяся. Для тупых просто. Так, это было неинтересно. Вот это было, вот это четко было. Да ты заколебал. Все, вали нафиг. Ну что, еще будет? Еще едут? Или это бесконечное?
Да вы заколебали? Не, подожди, это нереально, когда они тут. Они начинают ракетами стрелять. Может, их надо убить? Да господи, подожди. Дай подойти! Ох, как я вас ненавижу. Хватит делать эти вещи! Как он меня раздражает. Сдохни. Поднимайся. О, господи. Да, они бесконечно идут. Нужно поднимать эту штуку. Да чё за ракеты у него такие? Ненавижу. Да блин, прям в лоб. Иди нафиг. А я всё, я тут влезу. Ну я так понимаю... Я так понимаю, там сделали бесконечных врагов, чтобы мы могли прокачаться. То есть вы можете там сколько угодно с ними сражаться и прокачать уровень. Так, а куда идти, я не понял. Это хорошо, идти-то куда? Это, короче, луч Звезды Смерти, если кто еще не понял. Я так понял, мне туда. Быстрей, быстрей. О, сейчас его расплавит, смотрите. Что? Как он жив? А, вот, все, сгорел. Прикол в том, что, типа, я вот столько... Два стекла уже повредил, через которые проходит этот лазер. Неужели она все так же работает? Так, если мне туда, что здесь за лифт? А, ну он просто никуда не едет. Сейчас луч пройдет, уничтожим турель, проберемся. Кстати, у меня неплохой такой прикид джедайский. Типа я встал на светлую сторону, но при этом не прекращаю убивать людей направо-налево. Хотя джедаи вроде бы миротворцы. Пошла нафиг турель.
Ого! Вот я еще одно стекло повредил, но лазер продолжает работать, как и работал. То есть, не знаю, как это работает у них тут, как все устроено. Но, видать, я не навредил ни капельки. Стекло восстановилось. Ты че? Ой, да пусть что угодно делают. Я все равно проберусь. Ого! Это было неожиданно. А вот это пилоты, которые управляют действиями тут всеми. Ого! Ого! О, вот это было прикольно. Что я сделал, я так и не понял. Прощай. Блин, он меня еще убил. Как он это сделал? Как ты это сделал? Забыл. Бесишь. И ты бесишь. Все вы бесите, да что? Сейчас я его вытолкну, погодите. Кто в меня стреляет ракетами, я не понимаю. Кто бесит меня? Ты меня бесишь. Да, ты вот и попался. Заколебали. Сил моих нету больше. И тут ничего интересного, ни одного голокрона. 2, 1. А, я понял, погоди. Да. Так, убираем наверх. Куда? Я сказал, убираем наверх. Как же тут это неудобно сделано, конечно. А, ну ты сама открываешься, молодец. Что-то прошли. Личный корабль Дарта Вейдера, исполинский разрушитель звезд.
Там вообще-то супер звездный разрушитель. Нет, подожди, там. Ну да. Супер имперский звездный разрушитель, по-моему, так. Нус. Запереть шлюзы, я иду. Прячьте женщин и детей, давай. Не, вдвоем это вообще не вариант, когда они вдвоем. Так, давайте посмотрим, что мы можем открыть. Щит из молнии, но он мне не нужен. Вот мне бы силовую волну прокачать. Что ты даешь? Скорость восстановления. Три... Давайте так. А приемы я, по-моему, все прокачал, поэтому... А куда я еду? Так, я что-то не это... Не въехал? А, сейчас долбанет же. Отлично. Так, теперь как отсюда выбраться? То она сейчас заработает же. Да сюда-то ты зачем лезешь? Ой, я... Убил их, кажется. Точнее, его отразило, его же бластерный выстрел. Точнее, бластерный заряд обратно у него. Что?! Фу, я успел. Я успел, слава богу.
Не доглядел, что он взрывается. Рисковать не будем, под него вставать. Опасно. Так, давай соединяй. А, я сгорю. Не, я не сгорю. А, господи, мне ж туда и не надо, мне вон туда надо, направо, а я-то ползу куда? О! Дроид-мышка. Это был гонг. Бум! Ого, куда это я вышел? Так, тут что-то может быть, секретик. Нет, тут ничего нет. Информационный узел. О, господи, 7 таких же. Гравитационные лучи какие-то вообще, чего происходит? Так, ничего вниз? Но я для начала хотел бы посмотреть, что там есть. Тоже ничего нет. Нет, вот с этими я никак не могу взаимодействовать. Значит, мне куда-то другое место нужно. Ага. Ага, давай еще раз. Шикарно. Остался только ты, приятель. Точнее, приятели, там же два пилота. Да попади ты по нему, господи. Хоть бы другую атаку использовал, что ли, я не знаю. Не, его нужно оторвать. Чё с тобой нужно сделать, я не понимаю. Нет, не работает. А,
Не-не-не, давай. Все. Активировали гравитационный колодец, я так понимаю. Так, погодите, я хочу посмотреть. Вдруг у меня еще какой-нибудь прием откроется. Ну, по-моему, я все открыл. О, 5, отлично. Силовая молния. Все, прокачались. Тут по нулям. Да, вот смотрите, то есть красных у меня есть. А синих у меня не хватает 15. Я не знаю, где их можно добыть. Здесь у меня не хватает 10, 12. 12 не хватает, 14. 16 не хватает, то есть 16. Это сколько раз нужно повысить уровень? Или типа, где я столько голокронов потерял? Ага! Вот, вот, я вижу, подожди! Нет! Ладно, поднимай меня. Нет, да господи. Так нечестно! Вы это видели? Что за хрень? Он, то есть, через луч пролетает ракета, которая, по сути, которая должна была полностью сгореть, То есть, блин, эта хрень все сжигает, вообще этот супер лазерный луч. И значит, ракета спокойно через него пролетела. Вообще класс. Кто это придумал? Какой осел? Да больно, больно, погоди. Да погоди ты. Я же не знал, что он нажмет. Но как ты своей тупой молнией-то не попал по нему? Да? Да я ж поворачиваюсь, идиот! Так, хорошо, что здесь тогда?
Есть ли смысл тех врагов убивать? Я не знаю. Ого! Да нет! Да нет! Вот, давай сюда. Чё, чё ты вращаешься? Ты пугаешь меня или чё? Ого! Вот это сейчас будет веселуха. Так нечестно. Они тоже силой владеют. Ты посмотри на них. Так как с вами воевать-то? Бесишь? Вот ты особенно бесишь меня. Этот еще ракетками своими дурацкими стреляет. Я тебя вообще ненавижу. Иди отсюда. Они не должны до меня дотягиваться. Пошел нафиг. Как этот урод меня заколебал. Своими ракетами. Не, я не то нажал, подожди, давай еще раз. Отлично, шею ему свернул. Да пошел ты нафиг со суеты. Тупой ракеткой, иди нафиг, слушай, ты че такой дерзкий? Слава богу, хоть до сюда она не дотягивается. Ладно, дорогие подписчики и зрители канала, на этом мы закончим. В следующей серии, я так понимаю, уже будет финал игры, так что приходите обязательно, посмотрим, что там будет. С вами был Дарт Сизиус, всем всего хорошего и всем пока.